нужна тест-пластина. Это в любом случае, по-любому, без нее никак, то есть. Всем привет, друзья! Давно не виделись. В общем, будет такая покраска. Mazda 41V. В общем, думаю, всем будет интересно. Крыло, бампер и, соответственно, переход. То есть на капот как бы можно было делать и на то крылышко, но решили, что... Надеюсь, что подбор попадет, потому что капотик где-нигде в сколах. Ну, в общем... Как бы решили сделать так. Что, сейчас я прохожу кислоточкой крыло, грунтуемся и будем уже наносить краску. То есть я снимать как грунтую не буду, просто вот, по протирам пройду и немножко расскажу. Когда буду грунтовать, я пройду еще также дверьку, сам край, там 10 сантиметров до 10 сантиметров, чтобы также была ровная поверхность, то есть одного цвета, что крыла, что двери. То есть здесь пшикну вот так и дверьку вот так. То есть для того, чтобы... Потому что краска слабо укрываемая и нужен обязательно подклад, чтобы было бы везде все одинаково. В общем, еще немаловажно. Ну ладно, я по очереди буду. Сейчас грунтуюсь, потом уже, когда буду красить, скажу. Грунт я развел по пластику, и пластик версию можно наносить на металл и, соответственно, на пластик. Металлическую версию на пластик нельзя, то есть предварительно надо тогда проходить пластик праймером. Здесь я немного убираю давление. И курком не до конца нажимая, легким таким опылом. Не опылом, но как бы до конца не нажимая, чтобы не залить. А по чуть-чуть курочек нажимаю вот так вот. Здесь я все продул, прошел антисептической салфеткой. Все, наносим. Так, ребята, все высохло. Красочку я намешал. Раскидываем сразу биндер. Ай, вот что очень важное, то есть нужна тест-пластина. Это в любом случае, по-любому, без нее никак. То есть если подобраться чем ближе к детали, то есть это нужна тест-пластина. Можно без нее, но это так же, как и я крашу всегда этим вариантом машину. Всегда делаю там А или Б или С вариант. И всегда подходит, то есть, и несмотря, ну, то есть, можно попасть, можно не попасть, то есть, тест-пластина, это будем регулировать уже слои тонера, то есть, лак с тонером. Все, раскидываем биндер, наносим красочку и лакуемся уже с тонером. Погнали!
Все, ребята, вроде бы огонь. Краска сейчас отличается, сам цвет, то есть. Поэтому сейчас пока что мы ничего не увидим. Сам уже, саму искру эту даст уже яркость, эту лак. Сушим, будем лачиться. Вот такой вот, видите, плавный переход переходит, то сейчас высохнет еще. Вот такая вот шагренечка получается. Грунтовал крыло, естественно, с двух сторон. Здесь у нас геморрой придумали специально. Все, в общем, сушим, будем лачиться. Ну вот, все высохло. Наносим сразу тонер повсюду. То есть вот видим, полоса у нас вот здесь вот. Ну, заканчивается не полоса, то есть заканчивается красочка. Кидаем чуть-чуть дальше. То есть практически одинаково первый слой. Потом кинем сюда один слой и уже будем смотреть. То есть один слой первый свободно наносим, это в любом случае. И потом уже будем смотреть, сюда пшикать и смотреть, сколько второго слоя. Тоньше слой, потолще слой. То есть будем смотреть уже по образцу. Погнали. Это лак. То есть на втором слое мы уже сравняем с простым лаком, заранее не ложим. То есть первый слой я всегда делаю так, то есть без простого лака. Потом уже вторым слоем соединю с простым, если все хорошо, смотрим по цвету. И тогда еще через минут 10-15 я наношу поверх еще третий слой простого лака. То есть это так, то есть надо, чтобы... Вот смотрим, сейчас она еще такая оранжевая. Видим, еще не хватает слоя. Сейчас ждем межслоечку и будем кидать второй слоец. Обратили внимание, да, то, что оранжевее. То есть капот розовый, более малиновый. Видно, да? Оранжевый и малиновый. Так, что, кидаем второй слой, сразу смотрим на тест-пластину, то есть наносим второй слоец. Еще не хватает даже одного слоя. Вот
такого еще не было. Обычно два слоя уже хватало. Ладно, кидаем второй слой. То есть, но SE3 уже будет за много. То есть я теперь не дам полноценный слой. Я чуть меньше дам, но лучше я третий дам побольше. Уже красиво, уже равняется. То есть надо посмотреть, как образец с дверьми, потому что образец это все равно немножечко может играть роль. Да, еще оранжевый. Пройдем сейчас по всем деталям. И потом сильно большую выдержку не даем. И поверх еще легкий кинем. Вот так вот сделаем. И этого будет точно достаточно. Как раз. То есть почему я проходил сразу по краям, то есть мало ли не хватит, чтобы уже, не дай боже, чтобы опять бегать. То есть сразу по углам, где соединение есть, проходим, и потом если остается уже поверх.
То есть все, сейчас делаем выдержку. Сейчас еще сюда забыл дать. Сейчас сделаем выдержку, то есть я сделаю, у нас есть такой режим, между слоями можно сушить, то есть поднять до 50, я подержу на 50 градусах 10 минут и поверх еще пройду обыкновенным лаком, то есть один тонкий слой, ну не тонкий, полноценный слой. Вот. У кого нету такого режима, то есть красит или в гараже у себя, или в простой камере, то есть 20 минут свободно забыли, пошли кофеек попили, занялись своими делами, приходится, и потом еще третий слой. Все, в общем-то, встречаемся на третьем слое. И потом уже после сушки, после сборки смотрим результат. Ну что, кидаем простой слоец, ребята. Так, друзья, все готово. Все по красоте, все четко. Ни настоечки перехода, ничего. Главное сейчас, чтоб когда соберется, чтобы все красиво встало, нигде не было разностона. Так, давай все уберем. Эту всегда вещь мы сразу убираем, сразу же. Чтоб не было потом проблем никаких. И все, и огонь. Здесь такая типа как черная остается штуркой. То есть это вот не обязательно уже снимать, то есть я показать, что остается черная хренотень. Вот такая вот. Все, никакого ребра, ничего нету. То есть ни грунт не светится светлый, ничего. Все четко. Здесь уберем завтра. Так, друзья, ну вот, все собрали, то есть не все собрали, а накинули крылышко. То есть сейчас расскажу, почему только крылышко. В общем, по цвету все огонь, я доволен. Переходик тоже отлично. То есть это у нас оригинал.
То есть играет очень цвет. Видите, садишься вроде бы и неплохо. То есть... В общем, еще решили покрасить здесь вот капот из-за таких вот вещей, сколов. Один, второй, третий большой, четвертый, пятый. Здесь вот такие вот скольчики, то есть знаем, что Мазды капризные, японцы капризные на такие вещи. В общем, еще решили покрасить капот, хозяин решил. Очень обидно, конечно, что не все сразу, но... Все же накинули просто посмотреть цвет, стоит ли там дальше красить таким цветом или нет. Ну, как видим, все огонь. Я доволен. Все. Всем спасибо. Всем пока.